Челленджер 2. Принятие на вооружение танка Челленджер 1 не сняло с повестки дня вопрос о боевой машине, предназначенной для замены всех чифтенов в армии Великобритании. Перевод всего парка основных боевых танков на Челленджер 1 изначально не планировался. После поступления в армию первых партий танков Challenger 1 возникло много критики в адрес этого изделия. Отмечали низкую надежность, неудобство работы экипажа внутри башни, несовершенная система управления оружием. Масло в огонь подлил провал английских танкистов, выступавших на танках Challenger 1 в соревнованиях за кубок канадской армии 1987 года. Срочно нужно было искать выход из сложной ситуации. Даже премьер-министр Маргарет Тэтчер потребовала отчета о причинах провала. В начале 1988 года руководство фирмы Vickers приняло решение изготовить на собственные средства 8 опытных башен. Первая из них была готова осенью того же года, а уже в декабре Министерство обороны заключило контракт на изготовление и проведение демонстрационных испытаний прототипов. Всего было построено 9 опытных танков Challenger 2 и 2 башни, расстрелянных на баллистических испытаниях. Испытания первого прототипа начались 1989 года. Изюминкой танка Challenger 2 стала башня новой конструкции. Башня более простой по сравнению с башней танка Challenger 1. Форма имеет меньшую заметность в радиолокационном диапазоне. С появлением самолетов радиолокационной разведки наземным цели класса американского G-STARS танкостроители стали уделять снижению заметности большое внимание. Новое 120-миллиметровое нарезное орудие L-30 с длиной ствола 55 калибров спроектировано специально для перспективного танка. С пушкой L-11 его роднят только общие боеприпасы. Канал ствола с целью увеличения срока службы орудия выполнен хромированным. Диаметр цав и гнезд под них увеличен для уменьшения колебаний ствола по азимуту и углу места и как следствие увеличения кучности стрельбы. Боекомплект к пушке включает 50 выстрелов раздельного заряжания. Снаряды и заряды хранятся в боеукладках новой конструкции отдельно друг от друга. В процессе разработки башни предполагалась установка автомата заряжания, но по ряду причин от этой идеи пришлось отказаться. Углы наведения орудия вертикальной плоскости от минус 10 до плюс 20 градусов. Приводы поворота башни и наведения орудия полностью электрические. Пушка стабилизирована в двух плоскостях. Слева от орудия установлен спаренный с ним пулемет 7,62 Chain Gun. Также такой же пулемет монтируется на турели рядом с люком заряжающим. Боекомплект к пулеметам 4000 патронов. В передней части башни имеется по 5 дымовых гранатометов с каждой стороны. Рабочие места членов экипажа в новой башне расположены так же, как и в башне танка Challenger 1. Справа от орудия наводчик, командир за ним, заряжающий слева от пушки. Электронное и приборное оснащение новой башни полностью заменено.
Комбинированный стабилизированный прицел наводчика разработан фирмой Bar & Strutt в кооперации с французской SAGEM. Дневной оптический канал имеет 4- или 10-кратное увеличение, ночной 4- или 11-кратное. В прицел интегрирован лазерный дальномер. Головка прицела может поворачиваться на плюс-минус 7 градусов относительно продольной оси башни. В качестве чувствительного элемента ночного канала применяется тепловизор TOX-2, разработанный на базе тепловизора TOX танка Challenger 1. Чувствительный элемент установлен над стволом орудия и прикрыт бронированной створкой, которая открывается только при работе ночного канала. В качестве вспомогательного используется телескопический прицел NanoQuest L30. У командира установлен стабилизированный панорамный перископический прицел SFIM, представляющий собой упрощенный прицел французского танка Leclerc. Оптический канал имеет 3- или 8-кратное увеличение. В поле зрения прицела выводится информация о местоположении танка и его курсе. Для ведения боевых действий ночью имеется видеоконтрольное устройство, на которое выводится изображение ночного канала прицела наводчика. По периметру командирской башенки расположено 8 наблюдательных приборов, дающих суммарное круговое поле зрения. Система управления оружием построена вокруг BCVN канадской фирмы CDC, представляющей собой модернизированный компьютер танка М1А1 Абрамс. Используя СУО, командир может самостоятельно наводить орудие и вести из него огонь, маркировать цели или полностью передавать управление орудием наводчику, в то же время продолжая самостоятельный поиск новых целей. Типовой цикл прицеливания поражения занимает 8 секунд. Корпус танка Challenger 2 внешне практически не изменился, однако его начинка подверглась модернизации. Корпус, башня и экраны изготовлены из брони Dorchester, имеющей повышенную по сравнению с броней Challenger 1 снарядостойкость. Конструкторы предлагали оснастить танк 1500-сильным вариантом дизеля 12V, но военные посчитали возможным оставить прежний 1200-сильный дизель. Трансмиссия ТН-54, установленная на Challenger 2, уже была отработана на БРЭМ и последних вариантах Challenger 1. Какие улучшения были внесены в конструкцию моторно-трансмиссионного блока? Воздушные фильтры новой конструкции. Улучшены генератор и стартер. Система охлаждения. Система смазки трансмиссии и усилены болтовые крепления блока. Первый серийный танк Challenger 2 изготовлен на заводе в Лидсе в июле 1994 года. В декабре 1995 первые танки поступили на вооружение Королевского гвардейского шотландского драгунского полка. В 1995 году 18 танков Challenger 2 закупили вооруженные силы Омана. В 1997 году подписали контракт на поставку дополнительных 20 танков для Омана.